Как избавиться от вздутия живота после еды? Я врач-гастроэнтеролог, меня зовут Соколова Ольга Николаевна. Что вы делаете не так? Почему возникает вздутие живота после еды? Неправильное питание? Возможно, большое количество бобовых, сырых овощей и фруктов, сахарозаменителей действительно может вызывать вздутие живота. Но если в питании нет перегибов, а вздутие есть, то у этого есть три основных причины. Первая причина – пониженная кислотность желудка. Вторая – нарушение желчеоттока. Третье – паразитоз и нарушение микрофлоры. Если вздутие идет вместе с тяжестью в желудке после еды, то вероятнее всего это пониженная кислотность. С ней может помочь применение бальзама Болотова, экстракта подорожника, ацетинпепсина, яблочного уксуса. Если вздутие живота сопровождается проблемами с волосами и кожей, то, скорее всего, это нарушенный желчеотток. Первый этап – разжижение желчи. Я бы рекомендовала вводить органический магний, лецитин и таурин. Далее желчегонный этап – артишок, расторопша, бессмертник. Если помимо вздутия живота у вас плохой иммунитет, то беда с микрофлорой кишечника. Я бы рекомендовала заняться подготовкой к мягкому противопаразитарному лечению с дальнейшим восстановлением здоровой микрофлоры. Также я рекомендую сдать следующие анализы. Биохимический анализ крови, гастропанель, эозинофильный катионный белок, капрограмма, анализ кала, УЗИ брюшной полости. Если в анализах будут отклонения, я рекомендую обратиться к врачу. Надеюсь, в этом видео я помогла вам разобраться. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Всем здоровья и хорошего настроения!